Всем привет, ребята. Доброе утро. Собираемся в школу. Последние денечки, выходные, да? Чего смотришь? Лайк? А ТикТок? Уже завтрашнего дня, по-моему, дожди передают. Почему прям? 6 миллионов лайков. 534 тысячи. У нас же было 5 миллионов. 5 миллионов недавно было только. В общем, мы решили на Ксюшу на день рождения. Мы же еще не отмечали с папой. И хотели мы поехать в Европа-парк на аттракционы. Получается так, что дожди на эти дни передают. Как раз суббота, воскресенье. И, в общем, девчонки, Ксюша выбрала бассейн. Так что завтра, надеюсь, завтра. Завтра мы поедем в бассейн на целый день. Утром и до самого вечера. Все, готовы? Давайте, пока. Так его неси, да и все. Че ты его надеваешь? Wow. Че, брелку? Все так неси, давай. Опоздаешь. Все, пока. Приветик. Привет. Девчонки, как дела? Какая красота. А у тебя что, пальцы зеленые? Это вы сегодня мыло варили, что ли? Круто. Смотри, это Патрик с усами. Вау, с единорогом. Не в ту сторону, да? Угу. Неправильно положила. Мы хотели сделать кис, но получился зеленый. Круто. Как будто это арбуз. Угу. Красно-зеленый. Да. Ну-ка, пахнет. Вкусняшка. Это усы папе. А вот это вот. Это очки? Да. Прикольно. Эти звездочки классные. Давайте, доедайте. Короленочка, давай быстрее. Нам нужно на танцы. На танцы, на танцы. Сколько минут у меня еще осталось? У тебя? Ну, у тебя еще полчаса. Ты успеваешь, в принципе. Так, все, готовы? Да. Да, ты курточку-то возьми все равно. Ну да. Прохладненько вдруг будет. Ну да. Такая мама, деловая. Я возьму вот так я. Хорошо. Так пойдешь? Если будет холодно, я наденешь курточку. Я не хочу. А ты не хочешь? Все. Я хочу вот. Хорошо, так понесу. Все, обулись. Смотри, Макс уже обулся, а ты нет. Давай обуваться. Это да? Да. Правильно. Только замочек расстегни. Угу. Язычок держи. Заходим. Давай, давай, заходи. Маса соло сали Марго. Вот там идем. Маса соло Марго. Макс? Куда мы идем с пятачком? Бумажку давай. Большой-большой секрет. На остановку за бычком. Каролин, ты все взяла? Юбку взяла? Идем. Идем наверх. На второй этаж. Все, заходим. Тут у нас балет. Ну, открывай, сил не хватает. Ой, осторожно. Ну вот, мы первые. Что-то мы так быстро доехали. Самые первые, да? Да. Давай, раздевайся. Не знаю, чьи это. Нет. Давай, я тебе косичку. Где влог завтра? Мы же пойдем завтра. А ты забыла, то, что в бассейне нельзя снимать у нас? Нет, Шася, фиш. Угу. Фиш, вот тебе и фиш. Вместе будем смотреть, я тоже хочу. Сейчас будем выступать, петь, танцевать. Это мой талисман. Как же долго я жду новую серию. Я не брошу группу, иначе Полина бросит меня. Ты же победил! А теперь
Я опять не выиграла. Молодец, тебе повезло. Кому не повезло, приглашаем в этой серии участвовать в новом конкурсе. Желаем всем удачи. Ура! Давай, может, я тебе в этот раз помогу? Да. Да? Угу. Ты опять неправильно написали. Да. Ну, давай я в этот раз посмотрю и помогу тебе тоже. Ты смотри сама, а потом ты мне скажешь, хорошо? Ладно? А что в этой серии будет? Так Арти забрали это с секты или нет? Да нет, еще нет, он еще... То есть она закончилась, предыдущая серия закончилась, где он еще думал. А, он еще думал. Хочет остаться или уйти. И значит, в этой серии он уже примет решение, да? Да. А, ну, значит, надо это посмотреть. Кто вернулся? Арти! Куда? Домой? Да! Супер! Ты так рада? Мама, да! Смотри, это же те из... Смотри! Чего? Вот! У которой маленькая сестричка! Это же вон те! Помнишь? Ну, у него просто отдельный номер, вот. И... А, это, как ее канал называется? Вредина Лайф? Да. Это ее дочки? Да. Да, точно. Сколько раз Сережа сказал? Что? А кто такой Сережа? Ну, Сережа, он там глухой. Там. Какой глухой? Покажи, кто да такой Сережа, я не знаю. Сейчас вот он там. Ну-ка, покажи. Вот так, он а там, Даня? Вот он. Этот с брекетами. А, с брекетами, которые? Да. Ага. Он медитирует перед выступлением. Так это нужно как слушать внимательно, да? Каждое слово нужно слушать, чтобы ответить правильно, чтобы посчитать, сколько раз он сказал слово «что». Ладно, я буду смотреть второй раз и буду считать. Ребят, вы даже переходите на эту новую серию. Ссылочка, как всегда, в описании. И посчитайте, сколько раз Сережа сказал «что». Там же все равно, там же не важно, какая ты пишешь, первая или не первая. Там самое главное ответ правильно написать. Кто там жужжит? Не знаю. Мы только закончили снимать это трансляцию. Ребят, уже девочкам трансляцию подключили. Мы только что с Ксюшей заходили. Маргарита была на улице, поэтому она не успела. Да мы даже сами не ожидали, честно, просто зашли в лайк, включили это, снимать видео, и там сбоку написано «Трансляция». Ты купальник собираешь? Давайте, собирайтесь, чтобы завтра... Чтобы завтра... Ты подружке, что ли, показываешь? Да. Подружка с нами тоже завтра в бассейн поедет. Ксюня, собирай свою одежду. Полотенце... купальники. В какую-нибудь сумку, наверное. Я не знаю, что это такое. Это мы пошли в тренер, потом мы взяли такую за 2 франка. Что это такое? Это такая. А зачем ты берешь это? Ну, мы хотели попробовать. Дезодорант, что ли? Опять? Опять ты это покупаешь? Это другая. Она не. Под мышками мазать? Угу. Маленькая, она очень вкусная. Очень вкусная. Ужас. Потом... Всякую ерунду покупают, а? Она не кислая. А какая? Ну как этот йогурт. Ну зачем покупать такую фигню? Не знаю. Ну попробуй. Не хочу я отравиться вашей гадостью. Она тоже собирается? Да. Ее отпустили точно? Да. Ты сказала, во сколько мы приедем? Это мне да. Во сколько? Часов 8 дома будем. Ты сказала? Да. Смотри. Вот там. Мы в школе учимся, потом будем наш портрет рисовать. Это ты кого нарисовал? Дядечку кого-то с трубкой. Понятно. Так, что еще за игры здесь такие? Давайте. Ну-ка. Ну-ка в кроватку. Все? Там не получится, потому что там Мишка не сядет. Все, спокойной ночи. Ну, мам. Мам, все, давай. Ну, мам.
Все, спокойной ночи. Пики. Девчонки, все, давайте спать. Уже 11 часов, завтра рано вставать. Тебе особенно, Маргарита, тяжело вставать утром. Угу. Иди, пей. 8 часов встаем, в 9 выходим. Я в 7 часов вставать не буду. Мы уже там внизу будем. Ну, в 8 часов встаем, поэтому и говорю. В 7. Ты можешь встать в 7. Я в 7 часов вставать не буду. Я встану в 8. Охрана. Охрана. Моя какая. Охрана. И что, так надо лежать? А? Так. Почему? Ну, чуть-чуть, ты подложи себе еще что-нибудь, чтобы носик не закладывал. Еще чуть-чуть повыше лежь. За что за повыше? Ты повыше чуть-чуть лежь. Да, вот так. А что ты нормально не укрываешься? У тебя одеяла нет, что ли? Потому что потом... Так, все, давайте. Все, всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока! Пока, ребята.